Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня с одной стороны печальная новость, с другой стороны веселая, потому что начали наконец-то продавать нового героя, Кровавую Мэри. Ну не то чтобы продавать, а как обычно можно собрать за осколки. Это уже и так все знали, что будут собирать героя за осколки, ну, за пыльцу в парящем острове. Но, к сожалению, с другой стороны, это печальная новость для бездонатов, для тех, кто не успел собрать героя. Почему? Сейчас мы поговорим, побомбим. В общем, вот так вот выглядит этот герой, Кровавая Мэри. Все дела. Два осколка можно собрать за 10 попыток, то есть, ну, будут со временем даваться возможности. Это, в принципе, классно, круто, но когда заходишь сюда, просто офигеваешь. Поменяли полностью награда на парящем острове, и теперь отсюда нету осколков Зефира. Судя по всему, это будет пару месяцев до следующей обновы, это точно, до следующего донатного героя, возможно. Возможно, они будут, я надеюсь на то, что они будут чередовать. Почему? Потому что у бездонатов нет возможности, ну это здесь, на этом сервере, на Тайване, например, на русском однозначно, там еще и овника мне пособирали. На большинстве серверов нет возможности без донатом собрать Зефира. Это была единственная возможность. И я не знаю, я у себя там 20 или 30 осколков нафармил. Я не знаю, кто сколько нафармил. Вот ради интереса напишите в комментах, кто сколько с без донатов нафармили осколков Зефира. И пока, как видите, временно у нас будет только дуэлянт и только на плюс новые итемы, которые по сути нафиг не нужны, суперпаты, которые тоже особо нафиг не нужны, потому что их качать не так уж и просто. Ну, как по мне, это бредовая затея была. И как видите, здесь Кровавая Мэри максимум это 5 осколков. То есть так, чтобы вы понимали, вам надо будет тысячи 3-4, а то и 5 с такими темпами, чтобы собрать этого героя. Герой классный, герой обалденный. Я сделал на него обзор, на стартовой страничке есть. Я показал, как он воюет. Он игнорирует бронь, он будет унижать и зефиров, и охников, и фреев, всех, у кого есть ограничения, кто был до этого имбалансными, этот герой поставит на место. Ну, с другой стороны, это просто печаль, то, что у нас забрали возможности. И, в принципе, этого стоило было ожидать, что IGG не будут просто так раздавать Зефира. Хоть он и стал дешевле, там, я не знаю, за полпака собирают уже его. Некоторые багами собрали, успели, красавчики, их не заблочили, все гуд. Остальным бездонатам теперь непонятно, что делать, потому что акций для бездонов с зефиром пока нет. Возможно, в дальнейшем будущем будет, но пока на некоторых серверах, я же говорю, еще первого донатного огника не собрали. А вот поэтому все печально. Для бездонов, для доната, в принципе, плюс то, что можно будет уже начинать его собирать. Но этот герой, конечно, полностью херит то, к чему мы привыкли, будет полностью дисбаланс на битве гильдий, то есть там уже даже дефа, ну, если кто-то соберет его, сложно будет противостоять, потому что герой будет ушатывать полностью всех. Куча неуяза пробивает ограничения на PvP локациях, это однозначно будет имба, поэтому посмотрим, что будет. Пишите в комментах, кто сколько собрал, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки и будем ждать, когда уже, надеюсь, завтра там или послезавтра откроют на английском сервере. Возможно, мы его соберем, посмотрим на этого героя в разных вариациях. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.